Девочки, вот третье видео. Значит, дошли мы до фруктового ассорти, дошли мы до вкуснятинки. Что нам потребуется? Нам потребуется ананас, персик, банан, клубника, сливки густые или йогурт. Ну и для сиропа потребуется мед, масло сливочное, можно кардамон молотый и сахар. Вот такая вкуснятинка, вот такой у нас шашлычок. У нас получится. Значит, что мы делаем? Мы ананас разрезаем на 16 ломтиков, персики на 8, бананы нарезаем крупными ломтиками. Для сиропа смешаем мед с растопленным маслом, кардамоном и сахаром. Я еще вам скажу, если вы готовите это для взрослых людей, то можем немножко сбрызнуть ромом. Фрукты и клубнику нанизываем, чередуя на шампуры, и пропитываем медовым сиропом. Жарим ассорти на решетке или же также на крышке барбекю 5 минут его и смазываем постоянно сиропом. При подаче оформим взбитыми сливками или йогуртом. И вот такая вкуснятина у нас получится. Девочки, готовьте, мои хорошие. Вкусно все.